Теплый пуховик, штаны, заправленные в резиновые сапоги. Таким голым Ашимова еще не видел никто. Сегодня глава города основательно подготовился к субботнику на улицах Огородная, Мусалимова и Школьная. Аким не только проверяет, как идет уборка снега, но и ведет разъяснительные беседы с жителями улиц. Вот что-то убрать, понимаете? Мне сейчас будет падать, правильно? Возьмет, да и что там-то нет больше снега. Ну ладно, вот смотрите. Сдал сына туда выкидывать. Потом не говорите, что власти вам не помогают. Среди жителей улицы Мусалимова Виолетта Сивак. Женщина живет в частном секторе более 20 лет. Говорит, на ее памяти это первый случай, когда городские власти заранее чистят улицы от снега, готовя район к возможным паводкам. Так, в прошлом году Виолетта едва избежала подтопления дома талыми водами. В том году у нас сантиметров 5 не дошло до верху, а низ весь тонул. Надеемся, в этом году не дойдет опять. Будем в сухом доме. По словам жителей частного сектора, большое количество снега, скопившееся в этом году, не только создает угрозу подтопления частных домов, но и буквально отрезало этот район от города. Автобус сюда ходит только утром и вечером. И вот мы по этой каше утром, в обед и вечером топаем с детьми совсем. Представьте себе. А так вот сейчас они почистят, машину выгнал и поехал. Вчера газ проехать к нам не может, месиво. Скорые здесь везде тормозят, застревают. Помогаем, откапываем. А что делать? Ничего не сделаешь. А сейчас вот почистили, как будут ездить, думаете? Хорошо ж, правда? Всего в противопаводковом субботнике участвуют 10 организаций города, выделивших 17 единиц спецтехники. Из них 4 ГОНа и 13 КАМАЗов. Весь собранный снег коммунальщики выводят на отводной канал, где таяние снега не несет угрозы подтопления домов. По словам Галыма Ашимова, после уборки улиц коммунальщики займутся подготовкой местных арыков. Эти арыки мы обязательно прочистим. Да, эти арыки прочистим, сейчас мы снег вывезем и будем уже мобилизовывать технику туда. Ну, там надо целенаправленно подходить, потому что там любой техникой не зайдешь. Там надо сконцентрироваться, сейчас чуть-чуть снег упадет, и мы будем подсыпаться щебнем и подтаскивать эту технику и будем прочищаться. Уборкой трех улиц старого города субботник не ограничивается. Сегодня коммунальные службы приводят в порядок и другие районы Темиртау. Также сегодня в рамках данных мероприятий по 9 районам города также задействовано 17 единиц техники для прочистки внутриквартальных территорий города. Это получается охват практически всего города у нас сегодня. То есть на всех микрорайонах, районах работает техника для, не для вывоза, а для пробития дорог, чтобы для проезда скорых помощи, пожарной техники, не дай бог, и частной от транспорта. Всего в ходе городского субботника коммунальщиками вывезено более 3000 метров кубических снега. Говорят, что в дальнейшем эта практика будет продолжена. Искандер Байкенов, Владимир Пороховой, новости Темиртау.